чем длиннее кораблик, тем сложнее будет им управлять. Наши саночки получилось даже более-менее ничего. Сейчас, в принципе, можно, вот они сами пошли. Байтранер работает. Болгария – это не только курорты, солнечные пляжи и болгарские вина. Болгария – одна из лучших европейских стран для трофейной охоты. Охотничий клуб «Три пятерки Хан Фишинг» предлагает вам охоту на буфлона с трофеем на золотую медаль.